России. Кто вы такие? Я патриот своей страны. А вы кто? Вы патриоты? Вы патриоты? Вы пятая колонна, которую надо задавить, как клопов. Говоришь, Россию в мире не любят. Никто никого в мире не любит. Но на самом деле все просто договорились жить по каким-то правилам, общечеловеческим правилам. Вот как вас в семье растили, вот вы приходите на работу, ваш коллега взяла бы у вас кошелек из сумки взяла. Нехорошо? Вы что сюда приехали? Вы что сюда приехали-то? Зачем? Я не приехала. Я зачем сюда приехали-то, а? Зачем сюда приехали? Господь с вами. Господь с вами. Чего сюда приехали? А вы Россия. Там? Вы там были? Нет, вот вы сейчас выговорили. Да, мы с сыном пришли, потому что я считаю, что ответственность за то, что происходит в стране сегодня, лежит на каждом из нас. Даже если кто-то не принимает активного участия в каких-то решениях, воплощении в жизнь решений нашего правительства, все равно ответственен будет каждый. Ответственность на людях, которые живут сегодня, гораздо больше, чем на людях, которые, допустим, жили в 30-е годы. Потому что тогда действительно была информационная изоляция. Какие были источники информации? Советские газеты и радио, которое громыхало на каждом углу. Сейчас открывай интернет, читай, думай, сопоставляй, анализируй. Вот эту вот массовую лоботомию я, видимо, пропустила, потому что мы не смотрим телевизор. К сожалению, людям гораздо легче жить с полированными, промытыми мозгами. Это страшно. Вы хотите Россию позорить? Есть декларация. Ну, если она есть, но при чем тут вы Россию позорите? Которая Россия подписала, точнее, СССР. И зачем вы Россию позорите? Мы не хотим ее позорить. Мы не хотим, чтобы Россия позорилась на весь мир. Что-то не это... себя как красный террорист. Что-то новенькое. Что вы в России делаете, а? Уезжайте в Америку. Да на Украину уезжайте. А? То есть то, что там на Украине творят, это, собственно говоря, вас не касается, да? А иначе вы не можете. Фосфорными бомбами, кассетными оружием там. Нормально? То есть, а вот это вот с этим дерьмом стоять. К сожалению, из 11 пунктов Женевской декларации, посвященной терроризму, практически все удовлетворяют вот нынешнему поведению России. То есть Россию сейчас можно вполне полноправно назвать террористическим государством, которое не только терроризирует собственных граждан, то есть нарушает свободу собраний, проводит показательные суды, незаконные аресты под предлогом борьбы с терроризмом, нарушаются конституционные права и свободы российских граждан, но и уже развязывает конфликт на территории Украины, организует незаконные воинские формирования, поставляет им оружие, военных специалистов направляет туда своих. Развязана кампания дезинформации как российского населения, так и украинского, которое смотрит российские каналы, к сожалению. И мы считаем, что нужно против этого протестовать. Вот мы в своих плакатах всего-навсего изложили 7 пунктов Женевской декларации о международном терроризме, о государственном терроризме 1987 года. И, к сожалению, вот все эти 7 пунктов как прямо написано про нынешнюю Россию, хотя она принята почти 30 лет назад. Общий брат.
фраза, вот эта вот отмена гражданских прав и вот это вот, это все точно так же можно отнести и к США, безусловно, да, и к многим странам, которые хотят диктовать свои правила. Вот эта вот фраза, когда государство начинает беспокоиться за мою личную безопасность, я вот с ней абсолютно согласна. Но, тем не менее, вот это вот оголтелое обвинение, не имеющие ничего, кроме личной убежденности, никаких доказательств, это... Во всяком случае, я сейчас спросил, вы хотите сменить власть, они говорят, да, они не имеют права выступать здесь просто. Если они хотят сменить власть, подождутся выборы президента или нет. На самом деле, стоят здесь с плакатами о терроризме, поддерживаешь Путина, ответь за сбитый Боинг. Но на самом деле большинство населения России поддерживает Владимира Путина, и я считаю, что отвечать за сбитый Боинг должны быть в России. Да, должны найти виновного. Конечно, война – это плохо, но вот это выступление против собственного государства тоже нехорошо. Ну, они проплачены, смотрю, везде терроризм. Мне кажется, что мы не очень любим своих детей. Вот вообще как-то в России так изначально сложилось, что детей не любят. Помните, как доктор Живаго, когда они с партизанским отрядом ехали, и там рассказывал один из красноармейцев, как они выкинули девчонку Марфушку, любимицу семьи двухлетнюю, волкам, потому что волки за ними гнались. К сожалению, вот сейчас рассуждение точно такое же. Мы хлебали этот совок, пусть вот и они похлебают, пусть они теперь узнают, что это такое. Нам нужно быть добрее друг к другу, к своим детям, к родителям, просто к людям. Мир спасет доброта. Ну и естественно, что нельзя молчать. В настоящее время уже поздно. Кто там? Поздравляю, ваш имейл выиграл 1 000 000 000 нигерийских баксов. Это я, ёлки-палки, открывай. Что это у тебя за портки? Ты что, пиндос? Чего? Катись в свою гей-ропу, вонючий госдеповский прихвостень. Васянь, да ты чё с тобой? Это я, ёлки, открывай. Уйди, пиндосы выступают, казаки, бандеровцы прут, натовцы русской кровушки хотят. Васянь, да это я, успокойся. Пацанов предатель, русофоб, пиндос, убивать, все на войну, стрелять хохло, в радиоактивную пыль, всех уроды, жили бандеровцы, натовские козлы. Говорит, всего на 5 минут включила телевизор, и вот, пожалуйста. Ничего страшного, это простой случай. Истерикус, пропагандикус, мозгоебикус. Довольно часто в моей практике в последнее время. Ой, а что делать-то? Мы ж беременные же, опасно ж, наверное, это. Просто немедленно сломайте телевизор. Путин, и я его люблю, понятно? А вот за это, я б тебе морду набил. А кто воюет? Кто детей убивает? А? Кто? Это ГБшник. А кто уши отрезает ополченцев? А? Я бы с удовольствием поехал. Понимаешь, вот реально с удовольствием поехал. Единственное, что семья держит. А я бы поехал и помог бы. Устроили веселую жизнь. Собака несчастная, очень опасна, ведь ей не везет в этой жизни ужасно. Ужасно, как ей не везет, поэтому лает она. Как собака! Поэтому злая она. Как собака! И каждому ясно, что эта собака всем без разбору грызет. Собака бывает кусачей, только до жизни собачей. Он перестал от меня бежать, я от него потребовал вернуть плакат, значит, плакат он давать отказался. Тут подошел как раз, вот подошли двое полицейских. Один, значит, с нагрудным номером 4090, другой свой нагрудный знак предусмотрительно снял. Показал его мне в руке, номер я не разглядел. Вот. Оба они сказали, что здесь все нормально, никакого нарушения порядка не происходит общественного.
Вот, и им работы здесь нет никакой. Если вам осталось представиться. Что ж, я тебе не буду представляться. Алло. Я как понимаю, что... Слушай, я тебе сейчас устрою веселую жизнь. Хорошо, я снимаю на камеру. Вы отказываетесь писать заявление? Нет, я не прав. Пройдем со мной. Большое, помню заявление. Пройдем со мной на тысячу. Пока согласованные публичные мероприятия не закончили, я не могу его покинуть. Вот мы сейчас все вместе поедем в отдел, и там будем все решать. Хорошо? Вот через 15 минут я... Ну, сколько они получают? 2? 5?